У меня батарейка там села. Что-то связь пропадает, да? Но... Сейчас лучше? О, да, лучше. Ближе к микрофону. Ну, давай вопросы, какие у тебя, может, накопились? Да, в принципе, пока вроде бы нету. Вот тоже хотел, поспрашивал. Пока вроде нет. Ну, это уже по ходу, ну, там, как сайт буду делать. Давай я тебе про айфоны расскажу. Хочешь? Сейчас про айфоны расскажу, как айфоны покупать. Это просто одна из популярных позиций. Я тебя перебил, ты что-то спрашивал или нет? Что-то? Я тебя перебил, ты что-то спрашивал. А, ты так, ну, говорю, смотрел видео, то, что на сайте, да? Угу. И вот там, вот, типа, говорят, типа, что консультантом, ну, то есть, если что там, будете общаться с консультантом, человек за вас, ты сможешь сделать заказ, если вы не знаете, не понимаете. То есть я так понимаю, это все я буду делать, правильно? Ну да, ты же будешь зарабатывать на этом, да. Это будешь ты. Да, ты есть, будешь консультантом. Мне нужно, короче, по этих сайтах, значит, прошаркать, да, ориентироваться. Конечно. Ты ну, как бы, я так понимаю, человек хочет, допустим, там, что там, но... Ну, у нас будет отдельное занятие по сайтам, у нас будет занятие по сайтам, я покажу тебе несколько сайтов. Как искать скидки, как получать купоны, то есть я тебе все это покажу. Давай сегодня про айфоны, хорошо? Хорошо, хорошо, да. Смотри, два варианта покупки айфонов, новый и не новый. Значит, новые айфоны, вот которые, например, семерка вышла, сейчас седьмая модель, значит, они, понятно, что стоят дорого. То есть их надо покупать либо на сайте прям Apple, либо можно купить на eBay. Я тебе объясню, это очень, кстати, интересная вещь. На eBay ты можешь купить новый iPhone в коробке, абсолютно новый, запечатанный, на $100 дешевле, чем у Apple. Каким образом они туда попадают? Такой хитрый секрет. Значит, здесь в Америке есть такая возможность взять телефон в рассрочку. И вот, например, я могу взять сейчас, там, у меня вот 10 линий на Verizon, да, я могу взять 10 телефонов, вот прям пойти сейчас, и мне дадут 10 телефонов без оплаты. Вот просто сразу я возьму. Да, и я таким образом, допустим, их продаю сейчас, вот я взял сейчас 10 телефонов на $7000, или там, если можно подороже, там есть эти 7+, которые больше размера. Допустим, на десятку я взял там по $1000 за телефон, но мне нужны деньги, допустим. Вот мне нужна эта 10, $10000. Я пошел их и на eBay продал эти телефоны за $9000 на $100 дешевле. Даже на $50 дешевле у меня их купят, его купят. Таким образом очень многие делают. Но я буду выплачивать кредит, но у меня сразу, вот мне нужно там, не знаю, перекрыть эти деньги, там какой-то долг отдать или просто там, не знаю, ребенку за учебу. Понимаешь? И очень многие это делают. То есть они берут в кредит телефоны и сразу же сдают их на eBay. Поэтому просто боятся люди, ну, я же давно занимаюсь доставками, и я спрашиваю, ой, а почему на eBay новый телефон, там, шестой, допустим, он только вышел, ну, это вот год назад такие вопросы задавали, а мы его видим на $50 дешевле, на $100 дешевле, не опасно? Я говорю, нет, не опасно, просто человек взял его в кредит, и он его продает, и все, а он кредит будет выплачивать. Никто его не залочит. То есть, если он разлочен и сразу идет, тоже многие боятся. А если я куплю, он кредит не выплатит, мне его залочат? Нет, ничего, никто залачивать не будет, он будет у вас работать. Вот. Я понял, слышал, что-то хотел спросить. То есть, на eBay не только аукцион, да? Не только аукцион. Там две опции. Ты можешь либо в аукционе участвовать, либо ты можешь купить сразу. Там написано «купить сразу». И ты покупаешь сразу его, и все. Поэтому, это вот мы сейчас про новые телефоны поговорили. Ты понял, да? То есть, как их покупать. Второй, eBay надо пользоваться, очень хороший сайт. Второй момент, можно купить поддержанные телефоны. Например, пятерки вот сейчас можно купить по $100 на eBay. По 100, по 150 можно купить пятерки. Да, они будут в хорошем состоянии, даже, может быть, с коробкой будет, но это будет понятно, что не новый телефон. То есть, он там... Да, бэушный, но он идеальный, он хороший, нормальный, и у нас есть клиенты, которые принципиально вот занимаются бэушными телефонами. Есть такие телефоны восстановленные, знаешь, их там ударили, допустим, ну, разбили стекло, поменяли стекло, и он как новый, он выглядит как новый. Вот я даже сейчас свою
Вот у меня шестой телефон, я разбил стекло на днях. Мне сделали, поставили стекло, я заплатил $100 за это стекло, он как новый выглядит сейчас. Вот если ты сейчас, если бы я его сейчас продавал, можно было написать, что он brand new, то есть реально он новый. Ну, потому что там нет ни царапин, у меня он в чехле, ну, вот, у меня там защитный экран сейчас я наклеил, чтобы уже больше не разбивать. Поэтому телефоны, тема очень хорошая. Ты можешь посмотреть и написать там в своем городе объявление, там телефоны, айфоны там по $100. Вот. И тебе сразу начнут писать люди. Сразу. Вот ты только на айфонах, ты можешь поднять неплохие деньги. А если это бэушные, например, пятерки, то, пожалуйста, ты его в Украину можешь беспошлино ввозить. Нет проблем. Понимаешь? Ну, бэушные, ну как, он, если он стоит $150, то какая пошлина? У тебя будет беспошлина, ты его возишь. Ну, представь, ты сейчас, если ты даже с телефона будешь поднимать там по 20, по $30, если ты будешь продавать там 30 телефонов в месяц, вот тебе уже твои там, понимаешь, 600 там, и $1000 дополнительных денег. Поэтому на телефоны можешь смело давать рекламу и заниматься телефонами. Это очень хорошая тема. Телефон это, сейчас невозможно жить без телефона, это как хлеб уже, наверное, для человека, понимаешь? То есть у всех есть телефоны, всех, и все их ломают, все хотят обновлять, все хотят там старую модель отдать и купить новую, старую они там у себя в своем городе продают. В основном молодежь, что они за этими айфонами. Ну вот, так что можешь, ну не только айфоны, и Samsung можно также. То есть, ну как бы, просто начни заниматься сейчас уже, давать рекламу, и вот попробуем уже первые какие-то доставки сделать тебе. На сегодня заканчиваю, да, или есть какие-то вопросы задавать, да. Есть. По доставке есть ВКонтакте. В Фейсбуке нету, по доставке есть ВКонтакте группа. Ну будем и в Фейсбуке делать. Не, есть и доставка, отдельная группа по доставке. Там парень ее ведет с Краснодара. Надо. Я не помню, я не очень контактом пользуюсь, в основном Фейсбуком, но я тебе скину группу, покажу. Но ты можешь в своих группах, в своем городе уже публикуй везде айфоны. Ты можешь в чужих группах просто публиковать. Группа о городе или группа о товарах. Продам айфоны по $100 и все, и народ попрет к тебе. Все, давай, до завтра, пока.